Это глюк. Слишком яростно отвечает. Да бля! Всем утюг, с вами Глюк, со мной еще Диадем, Сода, Дизов, Турист и еще должен зайти сюда Димка Джо Спин. Вот, ребятки, мы сегодня играем в Among Us, пишите комментарии, хотите вы продолжение или не хотите. Ну, а мы погнали. Так, ну что ж, ребят, каточка началась, я просто должен выполнять пока свои задания. Ребята играют в первый раз, так что никто не знает, что делать, поэтому я пойду такой вот сюда, Мне кажется, это будет изи каточка. Хотя, с другой стороны, эти засранцы могут сейчас спалиться там везде все. Там это будет очень плохо. Так, так. У меня, если что, может быть больной голос. Так. Уже? Так, да, быстро. Короче, ребят, минус турист. Был. Это в сейчас убили? Да, в Шалеонид, я гарантирую. Нет, я смотрите. Там только в Шалеонид был. Все. Ребят, нет, подожди, никаких... Подожди, я подошел я первый, по-моему, вообще Сода оттуда убегал. Короче, ребят, я бежал с Дизофом и Глюком вниз, влево. Подожди, Глюк зарепортил. Короче, может вообще хоть кто-нибудь сказать, блядь, задание, вот я видел, как выполняют, где их выполнять? Посмотри на карту, и там... стоят меточки, смотреть. Куда-то. Потому что я ничего не сделал, в итоге вы меня вызвали, и смотрите, что делать дальше? Короче. Глюк зарепортил, и он говорит, что он меня видел, хотя я вообще еще не ушел из главного зала. У меня нет, тут я с Глюком был. Да, я тоже был с Глюком, поэтому нет. Меня болгать хочешь, да? Да, но там был еще вот Леонид, он пробегал мимо, и в итоге турист... А что Леонид-то, блядь? Да потому что ты туда бежал. Что делать, заебал. Да конечно, мне как отпадало, ну честно. Ребят, ну у нас, смотрите, у нас получается есть два варианта, или это Соды, или это в Шалеонид. Я как бы за Соду голосую, если что, потом за шум выкинем нормально. Я не знаю. Я, типа, говорю, мы втроем бегали, я вот... А как голосовать? Нажимаешь потом галочку. Хорошо. Серьезно? Вот серьезно сейчас, а? Понимаю. Вы придурки, ребят, мьютимся. Так, ну, так зафейлить, конечно, могли только вот наши ребята, естественно. Это сейчас обидно было. Надо бы сейчас, наверное, нажать тревожную кнопку и все-таки кого-то из них выкинуть, блин. Опять кого-то убили? Нет, никого не убили, просто я все-таки предлагаю кого-то выкинуть. Потому что это слишком опасно. Заебись. Глюк, ты же видел, что я выполнял заданки? Ну, блин, по-моему, ты как раз отходил от трупа наверх. Я не знаю, я могу ошибаться, потому что я больной, голова не очень соображает. Я не знаю, я Дизов уверен, я, короче, буду... Блядь, но Дизов так газанул, я хз, честно говоря. Ребят, нужно сейчас проголосовать за кого-то одного, типа. Да, ну, потому что... Ну, я не знаю, блядь. Я против Сашки. Да, я как бы тоже против Сода. Да вы охерели, вы не гонитесь? Но я все короче, равно ребята, Леонида. Давайте, я голосую за Сода, давайте как бы его выкинем. Тут либо Ша, либо Сода, сейчас мы его знаем. Сука. Леонид. Да в смысле, мы втроем с Дизов, я за Дизов отшил всю эту катку, и за Глюком, а мы все время втроем тусовались, поэтому... Понятно. Вы проиграли, ребят, я вам серьезно. Или не проиграли. Fuck you. Бля, так, значит, это вша. Так, это вша. Это вша. Ляха, бойтесь его нахер. Так, все, наша задача сейчас сохранить себе жизнь, на следующем кону его просто выкинуть. И будет все хорошо. Тюка! Тюка! Ну, отлично. Естественно, труп-то мой остался. Сейчас будем выполнять задание, оставшееся тогда. Рядом Сода летает такой, ты что, уже сдох? Так, все, я все свои задания выполнил. Ну давай, давай, Паша. Паша, иди туда, пожалуйста, иди к моему трупу. Тут еще и Дизов, отлично. Давайте, скорее, скорее. Скорее. Вниз, вниз. Вниз. Смотрите, труп, блин, труп. Ура! Да? Здравствуйте, да, еще и Глюка убили. Вша, это точно вша. Паш, давай блядь, его Дизов, выкинем. Ты мне вначале не нравился.
Я лично вообще, блядь, никого сейчас на карте Паша, не видел. Все а это гребаное время. Паша не размьютился, кстати. Паш. А ты меня слышишь? Я все это время был рядом с Дизофом. Со мной, да. Поэтому я тебе говорю, Дим, я изначально говорил, мы всех потеряли. Да, да, да. Я изначально. Я вас не понимаю, ребята, блядь, почему изначально вот... Ну, типа, блядь, в смысле? Ты же не можешь все время за Пашей бегать. Мы вместе все время бегали. Все время бегали, прям бегали. Да, потому что мне было страшно. Мне вы просто два маньяка, ебаный. Я вас не нашел и не смог убить. Пошли вы нахер. Пидоры. Пацаны, давайте, разговаривайте с нами. Это уже понятно, что... Голосуй, Димон. Ну так голосую, да, все, вот за Дизов. Он мне не нравится. Я изначально говорил, какого хрена вы мне не верили. Ты такой крысёнок. А что не так, я не понимаю. Глюк, почему ты меня так топил? Да, Глюк, мне тоже интересно. Паша, я вообще в шоке. Так. Ну нахер. Все, погнали выполнять задание. Типа, я такой сейчас вообще белый, пушистый, делаю задание. Ня-ня-ня-ня-ня. Ну же, знаешь, короче, сейчас через вентиляцию нафиг. Так, минус сода. Я сейчас умру, смотри. 7, 6, 5, 4. О, да ладно, они успели. Красавцы. Красавцы все сделали. Так, блин, я себя немножко подзапер. Что такое, где? Здравствуйте. Здравствуйте. Что такое, где? Короче, я видел Пашу, он стоял около реактора и не нажимал на кнопку. Ты а охуел, я его держал. Ты охуел, пизда. Значит, это... Я снизу, там вторая кнопка, идиотина. Но, там конечно. Надо держать руку, сука. Ты чё? Чё, правда, что ли? Конечно. Ребят, там, значит... там две кнопки? Значит, это глюк, блядь. Ну, там только там, два там человека кнопки, могут. Ребят. Два человека могут остановить этот реактор. Я стоял, ждал, когда кто-то подбежит, блядь. А, и это был я. А я думаю, что значит, ты снизу это стоишь. Глюк, ребят. Это подожди. Изи. В смысле, глюк? В смысле, подожди, рядом с нами был турист и ты. Тём. Я бегал, что ни хрена не мог понять, что надо вот делать. А ты вот эту петюлю нажимал, нет? Нет. Я не успел дойти, типа, я шел возле этого электрощитка, смотрю, вы уже сделали. Я просто до этого задание выполнял. Блин, не помню, да, да. Короче, мы втроем были здесь, я, ты и турист. Глюка здесь не было, и сразу двоих загасили. Значит, это, блядь, глюк, это логично. Но, с другой стороны, если два человека, может, это два человека в двух концах корабля должны были быть. В смысле? Ну, блин, ну типа смотри, могли загасить до, по идее, вот этого реактора, а могли загасить и после. Времени до хрена было, Глюк, на самом деле. Как это надо делать? Типа, это вот эти петюли, они в разных сторонах корабля. Да, там типа двое человек подходят, так, типа, вот, один с одной, другой Паша, с другой. Ты был около меня в это время. Блядь, Дизов, ты был сверху, сука, я снизу, да. Снизу нажимал. Я нажал, держал. Там надо было написано: держите, блядь, чтобы отсканировалась рука, блядь. Одна сверху переключалка, вторая снизу. Нужно двум одновременно, иначе реактор взорвется. Говорю, среди нас не было глюка. Это стопу. Дома, блядь, ну, глюк. Да ну блин, я ну тебе тогда. Ну хотите, выкидывайте меня, ну ёпта. Либо я новичок, который не знает, как управлять кораблем, либо я слишком наивный. Так, ля, я просто скипаю. Красавчики! Красавчики, ребята! Паша лучший! Сука! Я не знал, как это работает, я думал, это Паша. Фух, господи! А как ты так быстро нас замочкарил? Так. Отлично. Так, ну ладно, все, я тогда пошел вот сюда. Передерну тут эту фигню. Так, сейчас пойдем в комнату управления. Так, сделали тревогу, идем. Кто-нибудь придет, надеюсь? Кто-нибудь придет, давай. Отлично. И кто? И где? Это была гребаная отвлекашка, но со мной был Глюк и Пашка. В рифму, а я был с туристом. Короче, ты был с туристом. Дизов, а где труп? Сейчас, вот в конце. В конце со мной был. В начале я бегал с туристом. Он побежал в правый угол, ребят. Где нашли труп сода? Пили.
Или, блядь, ребята, ребята. Стоп. Так я его нашел, слышали? Стоп. Дизов с туристом. Вы, ну, типа, много времени в конце вместе только были? Нет, он в конце только ко мне прибежал, да. Сначала я с Пашей бегал, а потом Дизов прибежал. Либо это Паша. Либо Дизов, либо Глюк. Ребята, так, почему Глюк вышел из подозрения? Кстати, Глюк, в смысле, да, почему я мог забыл устроить саботаж и стоять там, он что, типа, я реактор отрубаю, я хороший. В смысле, я в это время, блин, в электричестве переключал эту фигню, потом сразу эта штука пошла и пошла. Может, ты убил соду, побежал к реактору и сделал саботаж, и я такой хороший, я возле реактора. Либо турист. Меня Паша видел, блин, в конце концов, нет, в комнате управления. Видел. В смысле ты меня не видел? Был, но ты убежал куда-то. Убежал. Ну, прям, я ушел на репортер. У меня большее подозрение сейчас на Глюка, честно говоря. А куда он убежал? Я не знаю. Не, ребят, я не знаю, типа, смотри, если типа, нашел предатель такой, ну, типа, убил кого-то, тут же такой, хоп, я обнаружил тело, и, о, это не я, это не я. Слушайте, ну, я при всем при этом, да, у меня есть мысль на Дизов, потому что как только я начал говорить, что это может быть Дизов, он сразу на меня переключился, чтобы загасить мое мнение. То это тоже конечно странно звучит. Ответочка такая. Да, но да, да. У меня вообще только на. У меня только но на Диму, как бы, вот есть алиби, и все. Я еще пока ни разу не ошибался в маньячках. Все разы я угадывал. А сейчас я предатель. А сейчас ты маньячок, и поэтому. Нет, мне не понравилось, как Пашка типа начал сразу гнать. А все логично. Я с Димой. Блин, а подожди, а Паша тоже был, между прочим, в той стороне. Но, Паша но не был со мной Дима только в самом-самом вот начале. Когда да, я карточку я пробежал там переключил, он очень долго со мной был. Так, время. Да, Паша типа потом ушел в ту сторону. Я за Дизов. А я за Дизов, то мне тоже кажется Дизов. Удачи. Я полечу. Блять, если это не Дизов, то это Глюк. А я за Пашу. Кто? Да это Глюк. Так, ну хорошо. Теперь главное не спалиться. Теперь главное не спалиться. Так, надо как-то это развернуть так, чтобы было все нормально. Ребят, короче, Тём. Это Паша, короче. Он у меня на глазах убил его. Он у меня на глазах убил прям Диму. Короче, Тём. Смотри, изи, я стою рядом с Димкой, потому что я знаю, что он точно нет, и я бегаю толпой, чтобы не сгасили сразу он двух. Подбегает Глюк, блядь, пока Дим выполняет какую-то ебучую задачу. Да ты что, блин? Со спины. Да ты Инфа, что? Соточка. Собственно, мы втроем ходили, короче, у него, видимо, кулдаун ушел, и он берет и убивает этого. Пиздаболка, Глюк. Димку загасил, да, глючара. Я, ну, я, короче, вот, я не знаю, верь кому хочешь. Вот, блядь, инфосотка. Вот сотка, сука. Ну, сука, я вот тоже сотка. И это, блядь... Тём. Бля, ну делайте, что хотите. Отвечаю. Это Глюк. Слишком яростно отвечает. Да, блядь! Это было красиво, красиво. Да, пизду, вы чё, идиоты? Вы чё, блядь? Да, блядь! Тёма, спасибо! Блин, Глюк два раза уже был, думаю, ну вряд ли. Я сразу же вам сказал, что Паша со мной гонял весь раунд, блядь, сразу было понятно, что это Глюк останется, и он будет. Там либо Дизов, либо Глюк, варианта два. А чё мне оставалось, Глюк? Вы выбрали меня первым, я не понял, а? Да. Я не знаю, типа, я... Это вы поплатились. Потому что Дима на него так, ну, типа, с аргументами всё топил. Да, да, да. Выбьет и всё. Нихуя! Как вы, блядь, это запороли? Да Тёма турист, блин! Я думаю, типа, ладно, ок, если действительно Дизов вот так вот, типа, все там контрит очень сильно, ну может Дизов. И думаю, ладно, сейчас, если за Дизова не проголосуют, ой, точнее, сейчас, если за Глюка не проголосуют, проголосуют в следующий раз. Нет, блядь, вы... Ну я же это понимал, я же специально это поднастроил, чтобы убрать тебя и Пашу сразу. Вот такая эпичная серия у нас получилась. Пиши в комментариях, что думаешь, мы можем продолжить. Все зависит только от тебя. Всем удачи, всем бобра. Ты подписаться должен на Глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бара-бам.